Я Ольга Зиновьева, представляю литературный альманах. Зиновьев, я люблю тебя. Скоро исполняется 30 лет, как вышла книга, роман «Гомо Советикус». А название этой книги, титул этой книги превратился в название советского человека. И люди уже даже не задумываясь пользуются этим неологизмом, полагая, что он существовал всегда. Гомосос. А книга разошлась огромными тиражами в Европе, в Америке, в Австралии, в Канаде. Ее читали везде. По ней узнавали человека советского, гомососа. Я коротко зачитаю маленькое предисловие, из которого сразу становится понятна задумка и отношение автора к своему герою. Это книга о советском человеке как о новом типе человека, о гомосоветикусе, или, короче говоря, о гомососе. Мое отношение к этому существу двойственное. Люблю и одновременно ненавижу. Уважаю и одновременно презираю. Восторгаюсь и одновременно ужасаюсь. Я сам есть гомосос. Поэтому я жесток и беспощаден в его описании. Судите нас, ибо вы сами будете судимы нами. Мюнхен, 81 год. Подлинная любовь не протекает ровно, западная народная мудрость. Не любил бы, так не бил бы, русская народная мудрость. И мы будем бороться за мир до тех пор, пока камня на камне не останется. Советская народная мудрость. Александр Зиновьев был признанным мастером неологизмов, игры слов, но это никогда не было самоцелью. Если мы вспомним название романа «Зияющие высоты», присовокупим к нему название «Светлое будущее», вспомним «Желтый дом», и потом на повестке дня у нас появится «Гомо Советикус», становится ясно, что это были выразительные средства, дополнительные выразительные средства. «Гомо Советикус» не является исключением, а как раз логическим развитием вот этой вот цепочки неологизмов и игры слов, игры в слова, игры в мысли, что отличало Зиновьева в писательском и в научном мире. Кстати сказать, можно вспомнить и название, отдельные названия его логических работ, которые тоже выделялись. «Гомо Советикус» — название, которое родилось... Все знали, кто такой «Гомо Сапиенс», все знали, какой там человек рабочий, человек трудящийся. Но соединить невозможное, соединить латынь с советским содержанием, вот то, что сделал Зиновьев, он, конечно, породил новый образ советского человека, назвав его «Гомо Советикусом». А критика западная, русская или советская, она как-то очень нервно, очень аллергически среагировала на это название, обвинив Зиновьева, ну, чуть ли не в вивисекции. Ну а при чем тут вивисекция? Речь идет о герое советского времени, речь идет о человеке, оказавшемся на Западе. Я вообще хотела еще вспомнить вот что. Когда, Сан Саныч, когда мы все оказались на Западе, естественно, мы окунулись в мир информации, до которой в таком количестве, до этой миграции, у нас руки, конечно, не доходили. Хотели мы того или не хотели, мы погружались в мир всех тех переживаний, всех тех страстей, в которых, собственно, не прозябал, а динамично развивался или динамично стагнировал западный мир. И когда Зиновьев оказался за пределами Советского Союза, он не оказался вышедшим из-под влияния тех служб, которые наблюдали и делали все возможное, чтобы жизнь на Западе его превратилась в кромешный, кошмарный ужас. Время шло, и от романов, посвященных исключительно просто чисто советской тематике на чисто советской территории, Зиновьев, естественно, перешел в сферу так называемых шпионских романов. Но это не шпионский роман ради такового, это возможность рассказать о том, что происходит с советским человеком, не обязательно с каждым и всяким,
Но что происходит с советским человеком, оказывающимся на просторах гостеприимной западной равнины? Он написал целую серию так называемых шпионских романов. Книга «Homo Sovieticus» мгновенно была переведена на основные западные языки. На французский, итальянский, немецкий, испанский, ну и так далее, И успех у книги был невероятный. Можно было бы сравнить где-то с успехом «Зияющих высот». Она вошла мгновенно в список бестселлеров. Книгу рвали на части. Книгу рассматривали как рассказ Зиновьева о себе. Появились статьи, в каком звании вы оказались на Западе, господин Зиновьев, и так далее. Как и все социологические романы Зиновьева, там не было одной линии. Там идеи, линии и направления, векторы развития идеи развивались на нескольких уровнях. Самое главное, Зиновьев в этом романе хотел показать многоплановость не только мира, в котором мы живем, что само собой разумеется, но многоплановость советского человека, что он из себя представляет как типичный продукт коммунистической системы, а тем более как продукт, который оказывается на Западе. И он создает такой критически-отрицательный образ Homo Sovieticus, и одновременно, при всем при том, описывая этого гражданина, давая его портрет, Зиновьев пишет о нем с какой-то долей симпатии, что вообще характерно, надо сказать, для его отношения. У него негативные герои все равно наделены какими-то человеческими моментами, что неизбежно. Человек никогда не бывает стопроцентным оллраунд злодеем. И этот образ как раз ярко очень проявляет типичный для Зиновьева диалектический способ мышления при описании даже второстепенных героев, но я не говорю уже о главных. Это и отрицать, утверждая, утверждать, отрицая. Даже в самой реальности негативное у него было неразрывно связано с позитивным. Собственно, не только у него, но и в той реальности, в которой мы живем. Зиновьев писатель проявляет себя в создании своих литературных персонажей как виртуозный глубокий диалектик. То есть вот где во всю силу, как орган, звучит Зиновьев, философ. Судьба романа, судьба героя этого романа казалась настолько узнаваемым, что после того, как был опубликован этот роман, определенные службы начали охотиться за, выявляя в среде иммиграции именно тех, которые должны были работать как агенты, которые были засланы как агенты. Началась война, абсолютно неслыханная волна шпиономании на Западе. Начали расследовать истории пребывания разных людей, как они оказывались, как они приезжали, каким образом они получали свои документы. То есть Homo Sovieticus, превратившись в героя зиновьевского романа, вернулся опять, шагнул обратно в жизнь, каким-то образом уже влияя на судьбу подлинных людей, которые, не подозревая того, оказались поводом, оказались великолепными фигурами для того, чтобы описать их во всей красе. Сам образ жизни на Западе открывал Сан Санычу возможности встречи с самыми разнообразными людьми. Журналисты, парикмахеры, промышленники, банкиры, юристы, преподаватели, продавцы в магазине. И все это несло с собой информацию. То есть ее было такое обилие, Сан Саныч не мог от нее отойти. Она так или иначе вторгалась в нашу жизнь. И я, как уже говорила, период
собственно, советских романов, романов о советской жизни, постепенно стали, вот в этом периоде стали появляться романы, посвященные уже так или иначе жизнью советских людей на Западе. Появилась вот эта серия шпионских романов. «Homo Sovieticus», «Парабеллум», «Государственный жених», «Изюмовая бомба» и «Рука Кремля». В той или иной форме в каждом из этих произведений описывалась судьба советского человека. Каждый советский человек, приезжавший на Запад, с точки зрения каких-то служб, каких-то людей, каких-то обывателей, являл собой посланца Советского Союза. И не то что априори, но проходил там в той или иной мере через категорию, под категорией шпион. А советские люди, приезжавшие, эмигрировавшие на Запад, с необходимостью проходили контроль, проверки в разного рода организациях, которые кто-то, какие-то организации подчинялись Соединенным Штатам, какие-то курировали Соединенными Штатами, ну и свои службы проверяли тоже. И прежде чем советский человек приобретал право на проживание на территории страны, будь это Италия, Франция, Германия, Америка, Канада, он проходил энное количество разговоров с представителями вот этих вот служб. По определению эти службы, по тому, как они вот выходили навстречу, по тому, как они приходили, приезжали, объясняли причину своего приезда, они приезжали как друзья. Рождение книги «Homo Sovieticus» было для Сан Саныча и неожиданностью в какой-то мере. С другой стороны, в ней было все уже предопределено с самого начала. Там несколько завязок в этой книге. Строительство здания, какого-то немыслимого здания, которое в представлении писателя, автора, вернее, человека, от имени которого ведется повествование, оно проходило несколько метаморфоз, несколько этапов. Какие только он не придумывал, вернее, какие у него видения только не возникали в связи со строительством этого здания. Он следил за тем, как оно вырастало из земли, построенное в абсолютно новых технологиях, стекло, бетон, блестящие поверхности. Дело все в том, что эта история происходила на моих глазах. То есть какая история? Строительство этого здания. Поначалу, когда Сан Саныч начал писать этот свой роман, это здание Хипобанка в Мюнхене. Поначалу, когда стало возникать это здание, мы в какой-то мере следили за его строительством. Но мы не знали, что это будет банк. То есть эта загадка из жизни, она прошла в книгу и стала настолько гармоничным ее элементом. И время от времени в книге возвращается рефреном вот эта тема «здание, здание, здание». И вот под конец герой, предполагая, что там будет какой-то центр, какой-то невероятной культуры, это будет как он придумывал какие-то невероятные здания, которые там возникнут на этом месте. И последняя глава, последняя страничка этого романа заканчивается следующим образом. «В пансион я вернулся поздно. Хозяин долго не пускал. Я пригласил обратиться в полицию. Он смилостивился, но предупредил, что это было в последний раз. Тут вам не Россия, тут порядок должен быть. Ночью мучили бредовые сны. Явился вдохновитель. Ты правильно сыграл свою роль, — сказал он. Потерпи еще немного, и ты выкарабкаешься. Расцвело. Я вспомнил о моем сооружении и кинулся к окну. Оно сияло в голубом небе такой невиданной красотой, что у меня дух захватило. Но что это? На самом видном месте отчетливо выделялись буквы «Банк». Мюнхен, 1981 год.